Итак, всем привет, мы продолжаем проходить Legend of Grimrock 2, и в прошлый раз мы закончили в катакомбах, вход которых, в который находится на кладбище, и у нас тут такой пазл, соответственно, нам нужно открыть вот эти вот двери, но мы их нифига не будем пока открывать, потому что мы нашли статуэтку, я думаю, мы сразу вернемся, откроем один секрет, вот он у нас тут обозначен, поскольку там лежит книга. И я думаю, она нам пригодится в дальнейшем прохождении, поэтому оставлять ее на потом мы не будем. Давайте сразу зайдем. Так, где этот секрет-то? Вот, и, собственно, вот так вот оно открывается. Так, книга, что нам дает книга? Том воды. Сопротивление к холоду плюс 20. Но опять-таки давайте посмотрим, у кого какие сопротивления. У этого 7, это вообще 0 к холоду. 52 и лягушки. И самый жирный у нас тут мух наш. Хорошо. Ну, в принципе, я даже не знаю. У нашего главного героя больше всего хп. Я думаю, давайте мы Минотавру все-таки дадим. И по поводу нашей прошлой книги... Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, это Минотавру. Я не ту книгу дал. Окей. Значит, ту книгу, которую я вот только что отдал Минотавру, это книга, которую мы нашли. Я вот не знаю, пригодится нам эта статуэтка, кстати, или не пригодится. Ладно, пускай пока будет здесь. Мы, в принципе, забирать не будем тогда. Книгу, которую я использовал, помните, мы нашли в предыдущем видео на кладбище. Я ее отдал случайно Минотавру. И эта книга, ну, грубо говоря, с черной магией. И она нам дает плюс 25 к жизни и плюс 10 к защите от яда ночью. Естественно, когда день, у нас забирается 25 жизней и забирается минус 10 сопротивления к яду. Довольно-таки странно, что вот у нас, видите, в тритах, ну, триц наших... Так, сейчас. Ну, это не скиллы, как бы, да, трейдс это... Как бы дополнительные возможности. В общем, тут эта книга почему-то не отображается. И, то есть, соответственно, что эта книга делает, нужно понять самому. Окей. Ну, я думаю, в принципе, знаете, она не столько... Так, опять я не туда пошел. Она не столько, в принципе... полезная, я не знаю, то есть... Ну и с другой стороны, вреда от нее тоже особо нет. Поэтому, так, ну почему я опять вот... Почему я всегда выбираю какой-то неправильный путь? Я просто не понимаю. Нам же нужно сюда, насколько я понимаю. Да, и... Пускай же будет, раз мы нашли, давайте ее используем. Что ее, в принципе, хранить-то без толку. Пускай будет так. У нас есть часы, с помощью которых мы можем посмотреть время суток. Так, я запутался уже опять. Да что ж такое-то? Куда нам идти? О. Вот. Отлично. Поэтому пускай будет. В общем, днем она нам сильно не навредит, а ночью, может, даже чуть-чуть и поможет. Не знаю, как-то так. Значит, давайте сейчас разбираться, фиг уже с той книгой, разбираться с этим пазлом. Что у нас происходит? У нас морда вот та вот стреляет, попадает в этот телепорт, и заряд летит вот туда. Естественно, разбивается. Мы здесь открываем. Но, как видите, у нас закрываются эти двери. Поэтому... Так, заходя наперед, я все-таки демонстрировать не буду. Этот шарик летит сюда, попадает в телепорт, летит обратно в этот телепорт и должен попасть вот сюда. Соответственно,
Что мы делаем? Мы нажимаем на кнопку. Быстренько. И обратно. Вот, отлично. То есть, понятно, здесь, грубо говоря, такой тайминг. Надо просто успеть это все сделать. Открыть ту дверь, потом открыть другую. И это еще раз сделать. В общем, получилось у нас с первого раза, и это хорошо. Сейчас я еще посмотрю. Вроде ничего здесь такого особо интересного нет. Так, у этого два нераспределенных скиллпоинта. Я думаю, что мы еще, может, третий получим. Тогда уже будем думать. Пускай пока будут. Я на самом деле хочу сделать одну штуку. Я думаю, что уже в следующем видео я расскажу, что я задумал. Так. Кому нужна сила? Сила 13, 17, 41. Хо-хо-хо. Фига себе. У нашего воина, блин, сила как у мага. Офигеть. Так, давай, лягушка, сделай тогда нам, пожалуй. Так, муха, свет. Сделай-ка нам зелье силы. А вот если бы я еще помнил. Ну, правильно, да, я забыл уже, как, какое зелье силы. Красное, это что у нас? Я уже забыл, какое зелье силы. И рецептов у нас нет. В упор не помню. Ладно. О, класс, хорошо, отлично. И давайте дадим нашему главному герою, а то он какой-то... Ну, совсем уже хиленький. Откуда у мухи столько силы-то вообще? А, у нее рукавица есть. И все. Ладно, так, хорошо. Гриб нашли, отлично. Ну и вроде я больше тут ничего не вижу. Хорошо, идем дальше. Так, стоп, дальше, дальше, дальше. Мы отсюда пришли. Окей. И опять-таки нет кнопок, ни одной. Фу. Вот это вот нехорошее место очень. Так, что у нас тут? Телепорт. Да, кстати, у нас вот, видите, неразгаданно. Мы когда пройдем тут все, когда уже у нас ничего не будет, соответственно, мы вернемся. Так, что это за дверь? А, это дверь с телепортом. А, ну кстати. Кстати, о бабочках. Давайте мы туда зайдем, потому что мало ли. Я как-то так пробежался, а возможно там что-то есть. Сейчас поглядим. Нет, я не вижу. Я не вижу тут кнопок. Ну, было бы прикольно, если бы сюда спрятали тайник, если честно. Потому что обычно, ну, даже вот, и не подумал тут посмотреть. Ладно, налево нам, да? Да. Так, это довольно-таки неприятное место. Мы сейчас, если это то, что я думаю, а это, по-моему... А, нет, это не то, что я думаю. Место все равно неприятное, но я что-то думал о другом, ладно. Хорошо, там куча вот всяких зомбарей. И там негде спрятаться. Нам нужно открыть какие-то ворота для того, чтобы там... Чтобы нас не окружили просто. Ну и, соответственно, посмотрим, что у нас тут на стенах есть. А на стенах у нас опять-таки тоже ничего. Ну ладно. Печально это все. Так, и что мне с вами делать?
Так, сейчас. Ну, в принципе, должны быть какие-то кнопки. Кнопки. Вот тут я вроде даже видел одну. А, да, рычаг есть. Хорошо. Так, давайте я сохранюсь, а то мало ли, если нас зажмут, то будет не очень приятно. Хорошо, ладно, все, вперед. Открыли телепорт. Отлично. И вот, наверное, уже все. Приехали. Угу. Так, еще один. Ну вот и все. Ладно. Да давай, давай уже, умирай. Ну. Ты, блин, шустрое какое. Придется нам тут зелье немного потратить, я так подозреваю, потому что беда. Блин, да какие вы тут быстрые. Ну, промазал, молодец. Давай, держись. Да что ж вы, блин, как в очередь, а? Заняться нечем. Главное сейчас не развернуться, чтобы муха наша не получила. Давай, давай. Блин, зараза, ну что ж вы делаете-то? Смотри. Все, закончилась мана. Ну, ама. Давай, арбалет же ж есть. Опять. Да вы охренели, блин. В принципе, не все так плохо. Выжили. Ой, не то нажал. Опять не то нажал. Так, все, вроде справились. Не получилось у меня так по-тихому это сделать. Так, ядра нам. А хотя нет, почему? Наверное, все-таки мы их возьмем. Шлем у нас такой уже есть. Давайте мы все-таки ядра заберем. У нас же есть пушка. И мы их отнесем в нычку. Так, трава. Вы там давайте лечитесь. Хорошо, нам ничего не сломали, в принципе, это уже радует. Так, еще один рычаг. Я просто не тут дернул, наверное, рычаг, и поэтому такая беда вышла. Так, еще трава. Так, и опять-таки я здесь не вижу еще один рычаг. Я не вижу тут никаких скрытых кнопок. Хорошо, джем наш первый, найденный в этих катакомбах. У нас уже их два, отлично. Еще два, и мы сможем в храме воды сделать наш четвертый элемент. Так, опять рубашка, которая нам, в принципе, не нужна. Нафиг ее забираем. Так, что мы тут пооткрывали? Вообще, мы дернули 4 рычага, или это всем для одних ворот? Так, хорошо.
вышли. Но у нас есть тут закрытые ворота, и... А, они открылись. Супер, класс. Хорошо, и куда мы придем? Где мы? Орул скрипт. Пу. Ну, крипт у нас это, по сути, гробница, поэтому я не знаю, насколько она будет большая. Сейчас посмотрим. Склеп. Ну, склеп точнее. Хорошо. Так, ладно, давайте мы пройдемся тут еще. Так, это кристаллы, надеюсь, светятся? Да, отлично. Хорошо, хорошо. Давайте здесь побродим. В принципе, здесь у нас уже, походу, все. Да? Ну, в принципе, мы тут уже все оббегали. У нас остался вот один тут секрет. Который мы якобы не знаем, как его выполнить, но... Так, Shield Potion. Хорошо. Я забываю про эти всякие зелья. Тут скорость, рейдж. В принципе, их можно-то использовать на самом деле. И... Ну и фиг с ними. Мы пока нам они не нужны. Так, а чё так вот? Все. Кристалл, кристалл, кристалл. Так вот, насчет того... Мы не знаем пока, как его использовать. Мы поищем подсказку. Если не найдем, то вернемся туда, его просто выполним, да и все. Кристалл очень даже в тему. А. Так, что это такое? Склеп, да? Короче, кто-то у нас тут не раз помирал в боях и был воскрешен с помощью силы кристалла. А, даже боюсь туда заходить. Не знаю. Давайте посмотрим. О, блин, это ж, по-моему... Да, здесь, короче, куча еще комнат, которые ведут нас в другие комнаты и... Ладно, так, давайте сейчас вернемся все-таки тогда в этот телепорт, посмотрим, что он нас там дает. Куда он нас отведет. А, вот. Да. Так, отмычки. Мы пришли на финиш. На финиш, то есть на старт. Хорошо, кстати, у нас тут сразу где-то должен быть... О. А, нет, это стоп, это золотой ключ. А где наша комната? Я уже забыл просто, где место для ключа, чтобы открыть в хаб проход. Сейчас, секунду. Вот, кстати, надо было, между прочим, отметить это место на карте. Я этого не сделал. Теперь... Блин, надо будет его опять искать. Ничего не ясно. Наверное, он все-таки у нас где-то в середине. Ладно, ну не суть. Нам это сейчас, в принципе, нафиг не надо. И я думаю, мы найдем это уже потом. В следующем видео, если я отдельно найду. Я забыл, где она находится. Тупо забыл. Хотя можно пройтись вот здесь еще чуть-чуть. А, вот, фу. Класс, хорошо. Открываем. Супер, все. Теперь у нас мы открыли все телепорты. Можем вернуться на самое начало и... Так, сыры. Я не знаю, с едой, в принципе, еды вроде как хватает. Хотя у этого уже... Так, я знаю. Мы пройдем все-таки вот там. Я надеюсь, нам хватит еды.
вот здесь ловушка, которая, ну не ловушка, а секрет. Здесь надо много времени ждать. Соответственно, когда мы здесь все пробежим, блин, да что ж я делаю это, мы вернемся, все-таки наберем еды и пойдем выполнять тот квест, пазл. Пока мы идем сюда. Так, и кто-то тут шастает. Мумии, наверное, нет. Ой, даже не знаю, что делать-то. Хорошо, святилище. У нас тут... Ладно, давайте мы... Так, муха, включи свет. Мы все-таки откроем. Всю здесь местность. И тогда уже будем думать, куда нам идти. Ну и, соответственно, мы на карте отметим. Какой-то мавзолей. В общем, дофига тут всего. Так, здесь у нас сундук. Лаборатория. Так, что, еще не все? Так, отсюда мы пришли, хорошо. Есть у нас череп, раз. И, наверное, где-то у нас еще, по-моему, должно быть черепа. То есть нам нужен ключ тут. Нам нужен ключ тут, два. И ключ тут, три. Соответственно, это все, нам нужно будет пройти все эти комнаты для того, чтобы открыть ворота и забрать наш... джем. У нас двое ворот закрытых. Один с джемом, один с сундуком. И я вот не знаю пока, куда мы пойдем. Мавзолей. А, давайте пойдем в мавзолей. Фу ты, в мавзолей. Хорошо. И мы поставим... Не знаю, вот такой значок. Наверное, просто не будем его подписывать, что мы пошли именно сюда. Для того, чтобы мы потом не заблудились. Ну, это такое относительно, в принципе, так понятно. Мы телепортнемся, если карта открыта, значит, мы здесь были. Ну, пускай будет так. Как-то поспокойнее, что ли. Хорошо, идем дальше. Так, это что, это трюкач? Не люблю я его. Так, давайте сохранимся, а то непонятно, что нас тут ждет. Он сейчас вызовет просто стадо каких-то монстров, и будет не очень прикольно. Давайте сразу заклинание запилим, и он опять швыряется бомбами. Ну, ё-моё. А, фу, то хорошо нас хоть не закрыли. Так, давай быстренько убивайся, а то... Сейчас сзади подойдут. Давай. А, ё-моё. Я так не играю, ну что-то такое. Давай быстрее, распарализовывайся, чувак. Блин, еще одного... А, дуреть. Так, сзади кто-то есть? Так, не подходи. Фу. Там кто-то есть? Мешает ему, что ли? Блин, ну я ж нажал в сторону. Ах ты, собака бешеная, взял и исчез. Только щит заюзал. Причем, что я его не трогал, интересно, мне вот... Ну, он на время, что ли, появился? Такое впечатление, а если... Блин. У меня просто куча мыслей смешалась. Помните, мы в канализации также его встретили? Может, его вообще не надо было бить? Он бы просто себе пропал со временем. Вот я его сейчас даже и не трогал. Хотя, может, его ядом... Я не знаю. Хрен с ним, короче, пропал и хорошо, в принципе. Мы
плакать не будем по нему. Сейчас остается завалить этих скелетов. Че я вообще не юзаю? Я вот забываю, например, у нас есть заклинание щита для мага. Сейчас, правда, это абсолютно бестолку, но в целом довольно-таки полезно, когда нас зомби зажали, надо было его использовать. Так, и опять-таки, здесь я никаких кнопок не вижу. Так, монстры, монстры, монстры. Там еще скелет. Ну, скелет уже это не страшно, в принципе, ерунда. Я думаю, мы с ними справимся. Где вы там? Иди сюда. Ну, подходи, что стоим? Что стоим? Что стоим? Так, все, что ли? Больше нет никого? Ладно. Ну вы, блин, молодцы просто. Прокачиваешь, прокачиваешь. Попасть не могут. Окей, давайте мы тут разведаем местность. Так, пока тут я ничего не вижу, никаких кнопок. Я надеюсь, это комната и все, больше ничего не будет. Ну еще не все. Ладно, бомбы. А ну, как ты относишься к электричеству? О-хо-хо! Вообще классно относится. Так, а где наша муха? А ну, пульни в него, давай. Класс. Уязвимость. Офигеть, будем знать. Надо было это раньше, в принципе, попробовать, но... Фиг с ним. Да они, по большому-то счету, и не сложные. Так, вот, чё я сейчас в сторону не отошел, я не знаю. Так, здесь какая-то кнопка хитрая. О, грипп, 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 грипп. Грипп это хорошо. Те же все, да? Так, они нажали на кнопку, их не убило. Это радует. Значит, можно и нам нажимать. Наверное, их там несколько просто. Так, все, вы меня задолбали. Короче, идем в рукопашку. Ха, кие. Так, справились. Хорошо, кнопка. Что дает нам кнопка, пока не ясно, что нам дает. Ну и ладно. Я слышу звук нашего джема. И опять-таки здесь кнопок нет, я не вижу. И здесь есть кнопка. Так, все как-то хитро, не нравится мне это. Во-первых, что эта кнопка делает? А, что делает вот эта кнопка? Или на этой кнопке стоял трюкач, или он ее наоборот нажал, чтобы открыть эти все двери. Я не знаю, ладно, мы идем дальше, пока разберемся, что у нас здесь. Здесь у нас какие-то телепорты. Так, я вижу одну кнопку вот там. Хорошо, у кого есть лишние вещи? Сюрикены. Кстати, нам бы неплохо набрать каких-то камешков или... А хотя зачем? У нас есть записки, например. Где записки? Вот эти записки нам уже не нужны. Правильно? Как он там путешествовал? Да, по-моему, нам... Все, эти письма уже нафиг не нужны. Мы их как раз заюзаем. Так, хорошо. А что эта кнопка делает?
А, она на время забирает. Почему? Потому что открылась дверь. А, это та открылась дверь, я понял. Хорошо. Так, записку, интересно, мы закинем. Закинем ее туда или нет? Блин, не успел. Ладно. Нет. Не докинул? Ладно, будем стрелами. Опять стрелу потерял. Где? Да что ж такое? Где моя стрела? Так, муха, включи свет. Я сейчас буду все тут обх... А вот она. Фу. Да просто задолбало. У меня было уже 20 плюс стрел, а в результате что? Так, сейчас надо подумать. Сейчас я посмотрю, как эта ерунда ходит. Так, туда мы все равно ничего не сможем закинуть. Если мы встаем, оно, видите, пропадает и потом опять появляется. Соответственно, нам нужно так быстренько. Раз, два. Два и пропадает. Раз, два и пропадает. Есть. Хорошо, стрелу заберем мы на следующем. Что как-то тут слишком много всякого. Что ж такое, вы что, издеваетесь? Ладно, не пойдем туда пока. Факел. Хорошо. Все, загадка за загадкой. И... Ну дайте мне секрет какой-то клевый, я не знаю. Хожу, брожу, а толку нет. Так, стрелу мы, естественно, заберем и... А, так, мы еще ж можем вниз прыгнуть, да? А, стрелу мы заберем, но здесь надо что-то оставить. Все-таки давайте прыгнем вниз. Заберем письмо это. Арбалетные стрелы. Теперь у нас их тоже 20. Кто-нибудь находил другие арбалеты? По-моему, только один есть. Я вот вроде других не видел. Хорошо. Так, идем дальше. Значит, нам сюда. Что я наделал? Что я сделал? А, мы открыли там проход, я понял. И началась вот эта вот плевалка работать. Хорошо. А интересно, чем она стреляет? Ну, я имею в виду, если щит ставить, то какой, наверное, от электричества или... Мне здесь вообще не поможет ни один щит. Так, надо это, короче, прекращать. Нам надо сразу туда бежать. Так, давайте я еще раз сохранюсь. Тут, видите, уже даже места нет, где постоять. Тут надо как-то сразу это все прикинуть и лететь вперед. Не знаю, давайте как-то так попробуем. Сейчас. О, отлично. Честно говоря, сам даже не ожидал, что так получится, но мы не получили урон. И это здорово, сундук. Так, ну все, я готов к мимикам. Все, я не расслабленный, поэтому даже если он сейчас выскочит, мы сразу дадим в жбан. Так, открываем. Отмычки есть что? Опять жрать хотите? Да что ж... Сыр. Так, что у нас тут поинтереснее есть? Какое-то все не сильно питательное. Так, сыр, бери. Тут есть еще лягушки. Хлеб. Хлеб у нас, в принципе, довольно-таки много дает. Сыр. На тебе кусок мяса.
А тебе что дать? На. Я думаю, что все равно нам придется выйти наверх. Ну, а я что говорил? Выйти наверх и понабирать еды. Потому что, поскольку я помню, здесь ее практически нет на этажах. Ну, у нас пока... вот только сказал, что нет. Ну, ладно. А, и фрукт как раз. Класс. Хорошо. Так, плащ, накидка. У нас есть такой вот. Это абсолютно один и тот же. Energy Regeneration Rate. Нам, в принципе, он нужен только для мага, поэтому... Хотя у этого... Ну, какое-то вообще-то уклонение плюс 2, не знаю. Ну, как-то страшно выглядит. Может, все-таки дать нашему главному герою. Так, где его уклонение? 20, да? Ну, пускай, окей. Давайте, ладно. На 2 ничего не будет, а это пускай быстрее восстанавливается. В принципе, для суперударов это неплохо. Я думаю. А, у нас еще есть, короче. Я не нашел, помните, в архивах один секрет мы нашли, второй... Ну, то есть открыли, разгадали, а второй нет. Я до сих пор не нашел записки, кстати, с разгадкой. И опять-таки я просил написать в комментариях, потому что, ну, я не хочу гуглить, а разгадать секрет-то надо. Просто в прошлом прохождении я таки не нашел разгадку, поэтому, может, там как-то интуитивно, но, по-моему, все-таки мы должны найти такой же листочек с расшифровкой иероглифов этих, ну, или знаков, что это у нас такое вообще. Как-то так... Сейчас возьму, ничего не выскочит на меня? Нет. Так, это что-то хорошее, наверное. Ключ, первый ключ, первый ключ, первый ключ. Хорошо, нам еще остается два. И здесь у нас какой-то рычаг, открывающий нам быстрый выход. Это радует. А, стоп, у нас там еще какой-то кусок есть. Надо вернуться. Ну что, неужели тут нет ни одного секрета? Ну что? А, это не секрет, наверное. Это там просто эти плевалки. Но у нас есть кристалл. Где-то, где у нас кристалл? Мы поднимемся наверх, используем кристалл, поэтому я думаю, что мы можем себе позволить пробежаться и просто посмотреть, мало ли, вдруг там как раз в этой длинной комнате что-то да есть. А вдруг? Заодно и посмотрим, чем нас сейчас треснет. Что, ничем? Я не понял. А, вот оно что. Я-то боялся, что оно нам урон нанесет. Оно нам урон никакого не наносит, просто оно закрывает двери. Понятно. Ну и хорошо. Так, теперь у нас все открыто. Здесь, опять-таки, я не вижу никаких кнопок. Блин, я-то уже... Вообще понятно. Ладно, так, что мы нашли? Защита плюс 5, сила плюс 2, ловкость плюс 2. В принципе, неплохая такая штука. Протекшн плюс 5, ловкость плюс 1. Ну, я все понимаю, конечно, но эти рукавицы намного хуже. Я понимаю, что это сет. Я не знаю, я уже жалею, что я потратил золотой ключ, честно говоря, на эту штуку. Но вот этот кулак лучше. Да, у нас ловкость плюс 1, защита. Тут то же самое, защита та же, только... Ловкость еще
больше и плюс еще сила, поэтому... Но я не буду выбрасывать эти рукавицы. Мне они дороги, поэтому мы их оставим все-таки, мало ли. Что там еще? Может, я не весь сет собрал, может, еще что-то есть. А может, просто сет ничего не дает. Ну, в общем, вещи это редкие, поэтому мы их оставим. Так, я опять, короче, блуканул. Куда нам идти-то? Опять-таки, если я где-то пропустил секреты, пишите в комментариях. Но я надеюсь, что у нас все хорошо. Даже кристаллу не пришлось идти. Так, даже тут, не, наверное, не восклицательный знак, а все, крест. Все, мы тут уже были. Отлично. Ключ. Муха, включи свет. Ключ мы можем даже сразу использовать для того, чтобы он место у нас в инвентаре не занимал. И сразу на карте опять-таки отметим, где мы ключ использовали. Чтобы потом опять не тыкать во все подряд места. Так, и мы идем. Куда мы идем? Идем вот сюда, наверное, сразу же. Лаборатория. Это довольно-таки интересное место. Если это то, что я думаю. Да, да, да. Это классное место. Это просто обалденное место. У нас тут тоже есть пазл. Видите, сколько у нас тут разных всяких монстров. Всяких разных, разных, приразных. Которых мы уже видели. Скелеты. Эта тварь. Так, секретики. Секретики. Пока ничего не вижу. Так, и что нам тут написано-то? Ну, я отличаюсь, как бы, кто я. Да, соответственно, ну, я отличаюсь, я другой. Золотой ключ, посох, золотой, не знаю, замок и какая-то палка. А, в общем, в чем тут суть? Нам нужно из четырех вариантов найти один предмет, который отличается от других трех. Как бы, да, то есть у трех предметов должно быть что-то общее, четвертый не вписывается в ихнюю, скажем, категорию. У нас есть золотой ключ, у нас есть золотой посох, у нас есть золотой замок. Я думаю, по логике вещей, вот эта палка не вписывается. Да, если у нас все правильно, предметы меняются. Если у нас неправильно, у нас открывается одна из этих вот камер, да, магических. Но, в принципе, это опыт дополнительный. И можно даже специально все понажимать неправильно для того, чтобы их вызвать, да и замочить, чего нет. Почему бы и нет? Ну, давайте мы пока... Ладно, попробуем подумать, чтобы уже совсем не читить. Так, все-таки вот это я не могу понять... Что это за кусок мяса какого-то? Это, наверное, есть кусок мяса, только он почему-то синий. Так, это у нас бутылка, это хлеб, и это кусок какой-то... А, это кусок пня. Ну, в общем, это все еда, насколько я понимаю. Это у нас напиток. Да, так точно. Я не помню уже, что тут и как, поэтому... Так, шлем, металл. Это у нас оружие, камень, не знаю, дерево. Это у нас защита, металл. Это у нас оружие. Ну и вот здесь уже я немного не врубаюсь. У нас есть две защиты, как бы, да, и есть два оружия. Но у нас везде присутствует металл, поэтому... А здесь есть камень, здесь металла нет. Отлично, молодец, не угадал. Что открыли нам? Лучников. Ладно, подумаем. Сейчас другой вариант, давайте этих завалим.
Подходим, подходим. Давай, проходи, проходи, облако. Так, ну стены, мало ли, может тут, кстати, кнопки есть какие-то. Так, хорошо, но мы, по крайней мере, знаем, что это не этот. Ну, это же щит, правильно? Это топор. Честно говоря, не знаю, но как бы... Не знаю, может это все берется в руку, то есть как бы топор берется в руку, щит берется в руку, это берется, это не шлем, это шлем у нас лишний. Да. Видите, в принципе, вариантов много есть. Не знаю, может кто-то по-другому как-то размышляет, но вот у меня возникло такие вот две идеи. Видите, что на топоре, ой, не на топоре, на молоте просто не было железа. А оказывается, что суть в том, что это было все ручное, а это на голову. Так, это бомба, и знак у нас это огонь, по-моему, да? Да. Опять-таки говорю, я бы их лучше замочил, наверное, все-таки. Жалко, столько опыта пропадает. Может, там их можно будет как-то выпустить, не знаю. Хорошо. Бомба, огонь, зелье. Я думаю, все равно сейчас выпустим час. О, час, часть, потому что... Я опять не знаю, что это у нас. Книга магии, магическая шляпа... Может, имеется в виду какие-то магические предметы. Не знаю, бомба у нас магическая или нет. Книга. И шляпа. Опять-таки, не знаю, зелье нам дает какие-то, ну, какую-то помощь, да, дополнительные статы. Книга тоже, шапка, ну, не знаю, возможно, также дает. Давайте бомбу выберем. А, неправильно. Сразу валим отсюда. Давай, подлетай. Давай. Есть. А, еще не все. Ой, крысы, крысы, блин. Они залазят под ноги просто. Потом ничего нельзя с ними сделать. Да давайте уже, умирайте. Так, кого уже кританули? Ну что ж такое? Зомби. Так, еще теперь тебя лечить, что ли? Так, у всех по две. Ладно, давай вылечим тебя, хорошо. И сразу сделаем зелье еще. В принципе, у нас хватает ингредиентов. Так, хорошо. Значит, бомба у нас правильный предмет. Остается еще три. И хорошо, что у нас бомбу связывает с зельем? Не знаю, что бомбу связывает с книгой. Тоже не знаю. Шляпа. У меня, в общем, мыслей, в принципе, нет никаких, серьезно. Что общего между бомбой и этими тремя предметами? Ну, по крайней мере, как минимум, с двумя из них. Бомба наносит урон. Бомба
Ее можно кинуть, ее можно сделать. Шляпу нельзя сделать, ну и книгу тоже нельзя сделать. Зелье урон не наносит. Да пофиг, не знаю. Шляпа. О, угадал. Хорошо, и почему шляпа не подходит нам? Это сейчас просто тупо угадал. Опять-таки, что общего между бомбой, зельем и книгой? Наверное, то, что мы можем это все как-то использовать, не знаю. Шапку мы не можем никак использовать, только одеть. Бомбу мы можем швырнуть, зелье выпить, книгу тоже использовать. В общем, как-то так. Хорошо. Муха, включи свет. Змея. Змея, яд, черепаха. Это у нас ползает, это у нас... Я не знаю, это можно назвать, что черепаха ползает или... Что черепаха делает? Ползает или ходит? Ползает. Так, хорошо. Слизень. В принципе, тоже он... Хотя он, опять-таки, не отравляет. Как мы помним, слизень навлекает болезнь. Но он... По сути, тоже ползает, наверное. Не знаю. И паук. А паук что делает? Ползает или ходит? По-моему, паук тоже ползает. Хм. Ладно, припустим. Хорошо, припустим, паук у нас отравляет. И припустим, у нас змея отравляет. То есть тут фиг поймешь, в чем тут... То есть... Есть вот у змеи нет, например, у слизней лап, да? У черепахи лапы есть и у паука лапы есть. Поэтому, наверное, не то. А ядом отравляет паук и змея. Но вот этот слизень, он вроде нифига не отравляет. Черепаха нас тоже не отравляет. Что нам хотят этим сказать? Я не знаю, давайте черепаху возьмем. О! Ну будем представим, что это как-то связано с ядом, я не знаю. А может, с каким-то классом, не знаю, короче. Ладно, мы угадали, и это хорошо. Идем дальше. Так, что? Это у нас летает, да, и электричеством стреляет. Это у нас ходит, и оно мертвое, это живое. Это у нас, по сути, тоже не живое. Зато волк у нас живой. Хорошо, ну припустим, давайте уберем его, потому что он летает у нас. Окей, 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 класс, хорошо. А если мы еще раз нажмем? О-о-о-о! Беги, беги! Опять нашу... Лягушку, да чтоб ты, блин, вообще. Enable только spells. Но у нас нет спелсов. Все, ты меня задрала, жаба. Будешь, короче, переходить с пробитой головой. Неженка, еле-еле, ты ж. Так, там еще у нас что-то стреляет. Только по ней попадает, оно сразу умирает. Я его вылечил, что ли? Вылечил, да? Блин, зачем я это сделал? Так, где наши бомбы? Кстати, огненных бомб вот надо бы налепить. Блин, что я сделал сейчас? Так, ну с тобой мы разберемся, я думаю. Мы уже выйдем, наверное, пойдем к кристаллу, если его здесь не будет, конечно. Да все, хватит. Тринадцать, четырнадцать. Шестнадцать, семнадцать. Так, где еще одна стрела?
здесь. Ладно, видите, мы можем их вызвать. В принципе, тут, ну, как такового пазла, можно сказать, и нет, потому что в любом случае мы эти двери откроем, даже если мы передергаем все ручки. Единственное, что не надо их дергать сразу все, потому что одну дернули, завалили, потом дернули еще раз, завалили. То есть это опыт, и мы все равно это сделаем. Только давайте мы сначала... О, да, это я вот про это место говорил. Сейчас мы выполним здесь все-таки задание. Так, здесь у нас куча шипов, это очень неприятно, и я думаю... Все-таки желательно, чтобы у всех было полное ХП. Так, еще нам тут написано. Что у нас написано? Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. А, в общем, нам здесь нужно как раз вот выключить свет. Нужно вырубить нам свет. Так, во-первых, мы тушим наш свет. Видите, это то, что наше как раз вот заклинание. Теперь нам надо как-то забрать этот факел долбанный. Еще остаться при этом живыми. И у нас постоянно меняется. Я не знаю, ли мы успеем. Блин, да что? Вот я туплю. Я думал просто факел чуть-чуть левее. Ай как классно, ай как классно. Ладно, я не буду двоих воскрешать, серьезно. Пускай они идут нафиг. Мы пойдем к кристаллу, все-таки вернемся. Так, нам вниз, да? Не буду я тратить на них зелья, то... Хотя мы могли кристалл использовать, например, но зачем? Вот он, наш кристалл, недалеко здесь. Все, и мы идем. Кстати, вот самое интересное, что если наш Минотавр впадает в ярость, то даже когда он полностью лечится, он все равно еще не выходит с этого состояния. И это хорошо. Сейчас мы уже эту загадку решим и... Думаю, на этом закончим. Так. Что нам говорит свет? Свет нам говорит то, что во второй раз нам шипы уже не вылезут. То есть это те места, где мы можем стоять. Но опять-таки я не могу понять, или оно как-то повторяется, или абсолютно рандомно выскакивает. Так, давайте еще раз сохранимся. А здесь внизу еще есть куча всяких классных вещей. Думаю, когда мы пробежимся на ту сторону, то свет мы включим и еще раз постараемся это все пробежать. Так, я даже не знаю, что делать, серьезно. Нам надо все-таки дальнюю плиту какую-то, чтобы выбрать. Но это слишком далеко. Так, давайте здесь вот будем ждать. Или здесь. Все, бежим. Ну, понятно, да, конечно. Все-таки задумано. О, есть лестница. Называется, смотри, смотри, как бы, думай, и все равно, короче, получишь.
Так, окей, ключ взяли. Так, это у нас второй ключ. Хорошо. Теперь тут еще должна быть, по-моему, где-то кнопка. Мне так кажется. Так, давайте я сохранюсь, а то у меня такое впечатление, что сейчас вообще всех тут поубивает. Ладно, нам в любом случае придется кого-то потерять. Главное, не всех сразу. Факел. Так, ну здесь нам факел, в принципе, не сильно-то и помогает. Я даже не понял, или мы вообще все стены оббежали. Ладно, пойдем еще раз полечимся. Ну тут просто надо знать, серьезно. То есть тут можно, в принципе, загрузиться и проверить это все. И потом уже знать четко, куда бежать. Потому что я не помню, где эта кнопка. А так бегать по свету довольно-таки долго это будет. Но мне кажется, что кнопка там есть. Сейчас это проверим. Так, давайте сразу ключ тут оставим. Где он? Где? Где череп? Ой. Не то нажал. Пойдем, пройдемся по правому краю. Так, еще раз сохранимся, чтобы у нас вообще все не померли. Не вижу, не вижу, не вижу. Я не вижу кнопок. Интересно. Хорошо. Давайте еще раз посмотрим. А, вот есть. Отлично, хорошо. Так, интересно, Анис не может делать. Так, хорошо, нашли мы все-таки этот секрет. Блин, первый раз пробежал, даже не заметил. Огромную круглую кнопку. Отмычки. И сундук. Так, это ошейник и огненный меч. А, все равно нужна концентрация для того, чтобы фаерболами пулять. Восемь двадцать четыре. Я даже не знаю. 162. Ну давайте его оставим, почему нет? Так, надо нашему Минотавру второй, короче, сундук. Пускай будет, мало ли, может нам пригодится потом где-то
нужно будет стрельнуть именно фаерболом. У нас магии нет, поэтому меч пускай будет, в принципе. Поносим с собой его. Давайте отсюда уматывать. О, блин. Все, приехали, приехали, приехали. Бежим, бежим, бежим. Так, закроем сундук этот нафиг. Все, хорошо, мы, в принципе... Так, давайте я, наверное, все-таки сейчас пойду сохранюсь. И я сюда еще вернусь сам уже. Побиваю этих монстров, получу дополнительный опыт. И тогда мы уже продолжим проходить. Так, лечимся. Все. Я вам говорю огромное спасибо, что смотрите мои видео. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Увидимся.